Всем привет! Сегодня мы приготовим чахохбили. Итак, поехали! Но для начала добудем огонь и поставим казан прогреваться. А пока прогревается наш казан, нарежем лук и помидоры. Нарезаем полукольцами лук. Так, казан прогрелся, добавляем кусочек сливочного масла и отправляем куриные ножки. Обжарили с одной стороны и переворачиваем на другую. После того, как обжарили курицу со всех сторон, добавляем лук. Перед тем, как порезать помидоры, нам надо снять с них кожицу. Надрезаем сверху, и нам поможет горелка в этом случае. Вот и все. Легко и быстро снимается кожица с помидорки. Можно сказать, лайфхак. Помидоры нарезаем произвольно, вообще без разницы. Помельче немножко, покрошите все. Затем помидоры отправляем в казан. Добавим чуть-чуть уксуса. Немножко соли. И грамм 250 воды. Накрываем крышкой и забываем минут на 20. Взяли ложку муки, немножко водички. Добавляем к муке и разбавляем это все дело, размешиваем. Не было комочка. После чего эту смесь отправляем в чахохбили. И все тщательно перемешиваем. Оставляем на минут 5 протушиться еще. Затем берем кинзу и нарезаем ее. И отправляем в наше блюдо. Добавим еще чуть-чуть соли и черного перца. Наши чахохбили готовы, осталось только пробовать. Обязательно с соусом. Нежнейшее мясо. За счет соуса очень сочно. Прям очень вкусно. Пробуйте. Готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!